Всем привет, с вами Мемпросвет. Надеюсь, вы уже замариновали мясо под шашлычки и затарились охладительными напитками. Готовимся к лету и подводим вместе мемные итоги апреля. А разобрать и что? 10-е место. Открывает нашу десятку новый попавший к нам по стандартной социальной сети Reddit шаблон, посвященный разному видению дружбы. Момент украли из Стартрека и тут же принялись угорать над тем, кто кому товарищ или нет. Казалось бы, обычный школьный рофл, но нет, ролики, в которых повествуются приключения вымышленного животного снюсоеда в его привычной среде, распространились в ТикТоке. И все это вытекло в детский, но популярный мем. В рекомендации Ютуба уже давно залетел ролик про парня, который исполнял битбокс в стиле Modern Talking. Довольно качественно и при этом смешно. И вот недавно у Максима Клянова взяли довольно обширное интервью, и оно спровоцировало еще больший и активный рост видео с его участием. Кстати, Макс Магнитофон в реале актер, продюсер и тренер по вокалу. В конце апреля в Рунет мигрировал кролик Ральф. С подачи экозащитников фильм про несчастного персонажа стали форсить все, кто сочувствовал участи животных, оказавшихся в плену испытателей. А некоторые люди очень недовольны тем, что они становятся объектами мемов. Но это точно не про Дина Норриса. Недавно актер заявил, что он тоже потухает с мемом собственным участием, который он сам того не зная создал в 2015 году, выложив в Твиттер коллаж с фотосессии. Позднее он не только угорал с мемасика в стиле «да, нет», но еще и предложил расширить шаблон и добавил ему вариативности. На 5-м месте оказался сынуля Аболтус. Нет, мем, конечно, смешной, а ситуация страшная. Но это не помешало мемологам перевернуть весь смысл с зигующим подростком и провести угарный челлендж фантазии и импровизации. Все же есть порох в отечественных пороховницах, и из наших фильмов можно извлечь вполне приличные мемы, что и получилось с моментом плача Димона из Бумера. Да, лицемерно, да, некорректно, но при этом никто не отменяет гипертрофированной реакции на бытовые проблемы. Одиозный мем, который нам подарил один из участников ТикТока, предлагавший обменять жизни живых людей на жизни погибших, переформатировали в челлендж смешных и часто невыгодных сделок, которые поглотили весь земной шар. Евгений Панасенков уже далеко не в первый раз попадает на пьедестал мем-парада. Но и на этот раз маэстро сделал это, как всегда, вальяжно и непринужденно, просто прогуливаясь по парку. Первое место я хочу посвятить не мему, а скорее человеку, ставшим легендой. Этот человек, безусловно, стал одним из самых важных персонажей в мемологии. Хуан Борха, или испанец Хохотун, стал известен после серии пародий на его интервью, в котором он рассказывал в великолепной юмористической стилистике о своих тяжелых рабочих буднях. Недавно комика не стало. Но его оптимизм и искрометный смех навсегда останется в наших сердцах. И еще долгие годы мы будем возвращаться к нему за помощью. И не сомневайтесь, он поднимет вам настроение в любых обстоятельствах. Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada. Tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. De 45 años has podido trabajar un año. 7 años. 7, por ahí ya no más. Pero, hasta hoy. De 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Pues las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y con una paella. Ah!
encontré porque te estaba la paellera agarrada. Entremetía entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Anda, vale! ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки. С вами был Мир Просвет. До встречи.